Всем привет! Сегодня я покажу вам, как отдыхается нам в пансионате Азов. Вот сейчас я зашла с парадного входа. Хожу сейчас территорию покажу. Тут все в розах, красиво. Интересно. Пройду сейчас покажу детскую площадку. Вот тут вот сразу тоже розы, все красиво. Можно здесь природу. Розочки красивые. Территория ухоженная, аккуратненькая. Елки такие. Тут есть одна такая рощица, хорошенькая такая. Тоже сейчас покажу. Прям сосновым лесом пахнет. Вон детки гуляют. Детская площадка. Всякие деревья. Вот это прямо столовая. Вот. Мы поднимаемся на второй этаж. Все в розах. Все красиво. А вот это та рощица, которая прям такая лесная. Там классно пахнет. Очень классно. Это корпус. Корпуса тут отдыхают. Вот. Тоже очень красиво. На второй этаж столовая. Лавочки. Розы. Еще тоже розы. Тут все в розах. И есть такие деревья, конечно. Сейчас я поднимусь в наш корпус. Покажу номер. Я поднимаюсь по ступенькам. Иду вверх. Нам аж на третий этаж подниматься. Вот. Но сначала вроде бы так непривычно. Но потом привыкаешь. Зато похудеешь. Так, сейчас ключики достанем. Вот такой коридор, комнаты. Все, я уже в номере. Включу свет. Сразу вот комната тут. Диван мы разложили, потому что рассчитан номер на троих, но нас четверо. Вот. Так что вот тут можно двое лечь. И вот еще спальня. Тут еще двое. Да и трое тоже могут лечь. Вот это вот спальня. Шкаф. Комнаты большие, удобные. Сделан ремонт. Все хорошо. Это не обои, это такая штукатурка. Интересная такая. Покрашена. Также туалет очень вместительный. Ванная комната, раковина, унитаз и душевая. Тут, кстати, все встаем мы с детьми, моемся. Кстати, плитка очень классная, не скользит. Удобно. Не опасаешься за то, что можешь упасть. В принципе, видите, довольно-таки вместительный номер. Есть у нас номер с удобствами, двухкомнатный. Утюг есть, кондиционер. Сейчас покажу кондиционер. Вон он. Вообще очень так классно. Телевизор, ну, маленький, конечно, такой. Ну, нам хватает. Мы сюда приехали не телевизор смотреть. Так, дальше. Вот балкон. Такой большой. Тут можно вот сидеть. Мы стульчики поставили. Вот он такой большой. Тут перелазят. Вот. Внизу нету такой дырки, где дети могут пролезть. Все так хорошо. Видите, вид с окна. По вот этой дорожке вот прямо-прямо и на море. Тут тоже вот клумбочки всякие. Высоко. Розы. Вот там еще один корпус. Интересно вообще. А вот там вот даже если присмотреться, видно море.
Сейчас покажу вам море. Вот. Так что можно сказать, у нас практически номер с видом на море. Видите, вот кусочек моря видно. Сейчас штиль, ветра нет. Когда, например, ветрено, прям так аж оно такое темненькое цветом. Все вот так вот классно. Шишечки, вот посмотрите. Можно красиво природу разглядеть. Ну, вообще, хорошо здесь, уютненько. Убирается территория, так все. Конечно, когда мы приехали, еще не было такой жары. Розы очень красиво цвели. Сейчас они просто погорели. Ну, тоже их подрезают, ухаживают, чтобы новые росли. Сейчас шишечки вам приблизи. Тоже было интересно так посмотреть. Тоже сблизи их. Красивые елочки. Голубые. Так кому нравится и в лесу отдыхать, тоже очень можно сюда и запах этот, этим насладиться. Ага, ну тут ничего такого и не видно. Вот, в принципе, вот удобненько так все. Тут, конечно, так перелазить нужно, чтобы там в спальне тоже открывается балкон. Вот тут еще вот даже вот такой вид. Вид на море. Клумба. Сейчас покажу. Да, вот море. По максимуму попробую приблизить. Угу. Так вот. Вот, так что все довольно-таки хорошо. Внизу лавочки, там можно вон там посидеть, розы, клумбы. Людей очень много отдыхающих. Вот сейчас не такой уж сильно прям сезон. Ну, уже, конечно, жара, конец июня, но довольно-таки людей много. Вот. Всякий такой. Ну что, видом из окна налюбовались. Кстати, на эту сторону, где мы получше вид из окна, чем на ту сторону, там нет такого на природу. Вот я захожу в номер. Вот сейчас... Холодильничек, может, с этой стороны. Конечно, извиняйте, мы тут еще живем, еще вещи не складывали. Ну, вот и так вот. Ну что, всем спасибо за то, что посмотрели. Меня послушали, потому что в интернете не найдешь информации об этом пансионате. Как-то так включаешь, там видео всяких утренников. Да, тут аниматоры работают, детям тоже очень весело. Праздники, ну, всякие там, вот сколько мы были, вот 2-3 раза вот представления были. Вот, и сегодня тоже еще пригласили, это будет 3-й или 4-й уже раз. Есть кинотеатр, тут вот за этими соснами прям сразу кинотеатр. Я, может быть, сейчас выйду и его вам покажу. Вот. Сейчас я дальше хожу, гуляю по Азову. Вот этот корпус. Там я снимала, показывала все. Тут вот парк, где сидят люди, отдыхают. Розы, розы. Красиво, конечно, с розами. Беленькие, жарко. Вот еще один корпус. Вот видно. Вот. А вот тут вот самая красота. Центральный такой вот парк. Ну, парк. Лавочки здесь тоже. Такой розарий красивый. Я, кстати, выложу видео, где... Ну, еще как мы только приехали, еще не было такой жары, и розы не погорели. Вот прямо детская комната, где можно ребенка оставлять. И самому идти гулять. Ну, конечно, это все платно. Ромашки здесь очень красивые. Вот. Ромашечки. Красота. Вот. Пойдем центральными улицами.
центральными. Ну, тут вот главный такой вот красивый такой розарий, лавочки. Очень так все удобно, хорошо, аккуратненько все сделано. Цветы. Вот. Еще один там корпус. Вот еще тут розы, розы. Видите, какая все красиво. Елки. Сейчас вот такие вот кремовые, красивые. Еще не сильно и погорели. Вот оттуда я зашла. А вот это вот красивый ихний такой домик здесь построенный, очень такой он элитный. Здесь люкс номера или что-то, может, в общем, тоже очень красиво. Вот. Там много-много людей. Ёлки, ёлки. Розы, розы, елки, тополя. Вот так вот идем, идем, гуляем. Здесь шашлыки делают, стоят всякие такие вот мангалы. Забыла, как это называется. Вот. Так. Это то, откуда я с виду показывала вам такую аллейку, где можно посидеть и отдохнуть. Сейчас я так буду снимать, чтобы люди отдыхающие особо не попадали. Вот. Тут кинотеатр «Азов» находится. Здесь, кстати, как они пишут, самый большой экран 9 метров на 4. В принципе, мы были в кино, нормально. Тут много кинотеатров очень в Урзуфе. Ну и сейчас самое главное, вот там вот стоянка машин. Сейчас я пройдусь, пока тут рядышком хожу, чтобы не возвращаться потом. Потому что сниму выход на море и все. Да, там вот стоят машины. Стоянка платная. Вечером закрывают ее. Так что вот. Вот еще какой-то здесь корпус. Я правда не знаю, что тут. Может, здесь персонал, который здесь в столовой работает, и так обслуживающий живет. Точно не могу сказать. Ну вот, в общем, стоянка машин. С другой стороны вид на столовую. Ну, в принципе, вот. Дальше покажу вам все-таки. Вот тут сад у них. Кстати, нам давали черешенки в столовой. А я потом иду и вижу все. Теперь понятно, откуда черешни. Вот такой вот сад. Идешь, виноград у них тут даже, яблочки. Вот. Поснимаю такое тут. Сейчас вот. Кинотеатр. Маленькая тут территория. И нам сначала кажется, что можно заблудиться, но это совсем не так. Все рядышком, все. Не заблудишься. Идем дальше, дальше. Ой. Это мы выходим с другого выхода. Угу.
Здесь мы так ходим на море. Не на центральный пляж, а вот тут. Вот, получается, тут улица Набережная. Там тоже продолжение этой улицы. И идете прямо. Вот красивыми такими диким виноградом. Забор из дикого винограда. Красиво. Прямо на море. Короче, смотри. Вот, так что. Так мы ходим каждый день, несколько раз в день. Всякие кафешки сейчас видите. Афиши кинотеатра. Идете. Чтоб людей сильно. Потому что, может, кому-то не очень приятно, когда его снимают. Вот. Сейчас я спущусь. Тут кафешка вот есть. Ночной клуб «Аврора». Готовят. Сейчас я сниму шлепки. Вот оно море, в принципе, то, ради чего многие сюда приезжают. Пойду поснимаю. Пляжа. В принципе, где-то 7 минут занимает ходьба сюда. Вот, как раз сегодня море спокойное. Хотя, когда оно бушует, оно еще красивее. Наведу курсор, если, конечно, будет хорошо видно. На кораблик. Я видео свое обзор закончу. Так что подписывайтесь на мой канал, ждите что-нибудь новенького. Я думаю, это видео было вам полезно. Ставьте лайки.